Их объединяет дружба и любовь к футболу. На городском стадионе прошел необычный турнир с необычными призами. На прошлой неделе местный депутат, директор учреждения «Спортивный комплекс» и член Президиума Федерации футбола Калининградской области отметил круглую дату 55-летия. Это и послужило главной причиной собрать друзей на стадионе. Мы устроили такой футбольный турнирчик для того, чтобы вспомнить о том, что 55 лет еще можно играть в футбол и даже больше. Вот, поэтому ребята приехали, огромное им спасибо. Хорошо поиграли, погода нам способствовала. Поэтому своим примером хотим показать, что возраст не помеха для любого спорта. За кажущейся сдержанностью футболистов шквал эмоций, играют все от души. Не для результата, весело подбадривая друг друга. Нас сегодня объединяет в этот прекрасный солнечный день футбол и наш замечательный друг, которому исполнилось 23 апреля, юбилей, Андрею Юрьевичу Ведмаку. Мы очень сильно благодарны, что он нас собрал. Тут ребята приехали не только с Балтийска, и из городов Калининграда, Зеленоградска, Светлого. Все его друзья, все любители футбола. И нас объединяет именно наша любимая игра, это игра в футбол. В удовольствие побегали, попинали мяч. Замечательно отдохнули, замечательно поздравили. Хорошие призы, неординарные, да? Команда, занявшая условно первое место, получила петуха. В такой необычной встрече призы оказались необычными. Никто не ожидал, что из коробки появится самый настоящий петух. Как отметить собравшихся, круглая дата Андрея Ведмука – это оценки за его труды. Две пятерки за все, что он сделал и продолжает делать для жителей Балтийска, для развития стадиона и в целом для спорта в нашем городе. От всей Федерации футбола поздравляю Андрея Юрьевича Ведмука с юбилеем, со знаменательной датой. Желаю ему счастья, здоровья. Благодарю его за то, что он пригласил Федерацию футбола на свой юбилей. И желаю ему успехов в делах, а также успехов в развитии нашего областного футбола. Вера Гребенкина, Дмитрий Бондаренко, Балтийск ТВ.